Всем привет! Сегодня у нас вот такой вот кубоид 3 на 3 на 2 от Диан Шенк. В моем случае желтая нулевая сторона и белая единица. Но тут есть угол, который, если мы перекинем на желтую сторону блокировочный угол, то, в общем-то, он и задает правильное его положение, конечно же, здесь. Он у меня вот так вот отмечен, чтобы в процессе сборки вам было легко отследить его положение. Ну, а если вы только приобрели, вам нужно его найти, и не факт, что он у вас будет такого же цвета. Для этого мы проворачиваем какую-нибудь грань, смотрим, она осталась нулевой, значит, это не эти два угла. Проворачиваем следующую, осталась нулем. И таким методом, вот видите, вращаться стало вместе с кругом вот этот угол. Так, ну, размешаем и соберем. Несложно, я думаю, сделаю пару сборок. И перед первой сборкой я вам объясню, какие могут быть ситуации, если вы замешиваете через вот такие вот повороты. Если вы так не замешиваете, значит, все будет еще проще. Итак, замешаем и приступим. Первое, с чем мы можем столкнуться, когда, если мы замешивали, как я вам показал, это то, что у нас стоят на одной стороне вот так вот. Видите, и тут белый, и тут белый. И как вы ни крути, простыми движениями их не разбить. А нам нужно собрать белый крест. Ну, белый, соответственно, и желтый сам соберется. Для этого, там, где стоят вот так, держим или вправо, или влево. Значит, на этом этапе фиксированный угол не имеет значения, где он стоит. И делаем М, У2. М. И у нас разбежались. И вот тоже стоят тоже вот так. М. При У2, видите, они разбегаются. У2 и вернули М. Теперь у нас есть белый внутренний крест, нам нужен на данном этапе. И теперь нам нужно поставить маленькие уголки. Они ставятся простой формулой. R2, B2, R2, B2. У нас они поставились, но может быть ситуация... Может быть возникнуть вот такая ситуация. Вот два маленьких треугольничка, которые нам нужно развернуть. R2, B2, R2, B2. Видите, не разворачиваются. Давайте попробуем еще. R2, B2, R2, B2. Как видите, тоже нет. В этой ситуации держим, чтобы были они у нас справа и слева. И той же формулой. М, У2, М. Так, попробуем теперь развернуть. R2, B2, R2, B2. Два развернулись, посмотрим на эти. R2, B2, R2, B2. Видите, тоже развернулись.
если вы не замешивали через эту ситуацию, то, в общем, не будет у вас ситуации, которые я только что вам описал. Ну, в общем, в непонятной ситуации М у 2М. Ну, а теперь размешаем и приступим уже к сборке. Ну, а теперь приступим к сборке без всяких, так сказать, внештатных ситуаций. Собираем белый крест внутренний. Собрали. У меня тут даже и уголки собрались. Секунду. Теперь собираем уголки маленькие. Вот. Тут не собрано. Держим их вправо. R2, B2. R2, B2. Уголки собраны. На этом этапе нам не важно, где находится этот угол. Дальше будем стыковать реберные элементы. И вот теперь уже начнем. Вот смотрите, вот этот, как бы от него будем действовать. То есть он у нас по умолчанию стоит правильно. Значит, сюда нужно нам поставить синее. Вот оно. Для этого мы центральным рядом вот так разворачиваем. Ой. Развернули и состыковали вот с синим. И вернули. Сюда красный, значит, соответственно, красный. Вот. Подняли. Состыковали. И опустили. В первую очередь стыкуются справа и слева от блокирующего вот этого угла. Именно вот, как я вам показал, центральным рядом. Ну а теперь поставим остальные два ребра. Тут уже обычно. Так, напротив красный у нас должен быть оранжевый. Вот он. Подняли. Подставили. Опустили вот на своем месте. И напротив синего зеленый. Вот. Они у меня тут все удобно стоят. Но если у вас он стоит где-то на занятом месте, значит, нужно поднять, соответственно, и выбить. Так у нас собран нижний крест. Теперь будем расставлять углы нижнего ряда. Да, забыл сказать, будут рисунки с формулами не после всех этапов, но после, так сказать, основных. Так, смотрим, вот его место, потому что синий у нас пойдет сюда, оранжевый сюда, вот его место. Держим так, чтобы блокирующий угол был у нас слева, или здесь, или на данном этапе можно здесь. И такая формула. R2U, R2U, R2U2, R2U2. Вот. Теперь ставим здесь. У нас должен быть оранжевый с зеленый. Но он у нас здесь. Ладно, поставим тогда вот этот. Раз опускаем с этой стороны, у нас блокирующий угол или здесь, или здесь. Так, подождите, вот. Вот же он. Вот зеленый и красный. И тут у нас L2 у назад. L2 у назад. L2 у 2. L2. Вот он на своем месте. И остался. Вот. Оранжевый сюда, зеленый сюда. У нас вот тут вот сзади. R2U, R2U2,
У, Р2, У2, Р2. Нижний ряд у нас собран. Теперь будем собирать верхний ряд. Для этого ищем глаза. Вот видите, вот у меня есть. Если у вас нету, значит, проворачиваем эту формулу. После этой формулы на какой-нибудь из сторон появляются глаза, подворачиваем сюда, и на этом этапе блокирующий вот этот угол держать обязательно в этом положении. Сзади нельзя, именно здесь. Итак, у нас глаза. Формула такая. R2, B2, U назад, R2, U назад, R2, U2, B2, У2, Р2, У, Р2, У, Р2. И у нас появились со всех сторон. Теперь будем расставлять ребра верхнего ряда. Их может быть и 4 остаться, и 3, и 2. Здесь блокирующий угол держим с левой стороны. Можно здесь, можно здесь. У нас осталось, я смотрю, 3. Формула будет, которая меняет 3 этих ребра. Там будет и по часовой стрелке, и против часовой стрелки. Можно выучить только одну. Да, там учить нечего. Там такие формулы простецкие. Так, у нас этот пойдет сюда, этот сюда, этот сюда. Получается против часовой стрелки. R2U, R2U, R2U2, R2. У2, Р2, У, Р2, У, Р2, У2, Р2, У2. Вот. Собралось. Сейчас вам еще продемонстрирую. Ладно, не буду я выключать. Сейчас, секунду. Так, вот ситуация, когда 2 напротив. Формула будет вот такая. М, Р2, У2, Р2, У2, Р2. И М вернули. Так, ну сейчас еще ситуацию смоделирую. Значит, и вот такая ситуация, когда у нас два стоят углом. Для этого нужно будет применить две формулы, которые мы уже знаем. Одна, которая меняет два противоположных. Первая. М, Р2, У2. R2, U2, R2. Вернули M. И что смотрим? И у нас 3 ребра. Смотрим в какую сторону. Сюда, сюда, сюда. Против часовой стрелки. R2, U, R2,
У, Р2, У2, Р2, У2, Р2, У, Р2, У, Р2, У2, Р2, У2. Вот куб собран. Будет картинка с формулами. И потом я сделаю сборочку уже с минимальными объяснениями, если хотите посмотреть еще одну. Итак, делаем внутренний крест. Теперь ставим маленькие треугольники углов. Два не подставлено, значит, держим справа. R2, B2, R2, B2. На своем месте. Теперь стыкуем ребра. В первую очередь справа и слева от блокирующего угла. Так, сюда нам нужен синий. Видите, он у нас тут занят. Давайте начнем тогда с этого. Сюда нужен красный. Так, он здесь. Ладно, вытащим наверх вот так. Выбьем. Теперь нам нужен красный. Вот он. Отведем. Центральным рядом одним. И опустим. Сюда синяя. Вот она. Отведем. Только центральным рядом. Подвели. И опустили. Ну а здесь уже вот эти два ребра уже проще. Так, сюда оранжевая, вот она. И сюда зеленая. Есть. Теперь будем опускать верхнего ряда углы. Так, вот он, нужный угол. Синий-оранжевый. А блокирующий угол держим или здесь, или здесь. R2O, R2O, R2O2, R2. Теперь сюда. Вот она. Блокирующий угол L2 у назад, L2 у назад, L2 у 2, L2. Нижний ряд собран. Здесь у меня глаза со всех сторон, как видите, на верхнем ряду. Значит, расставляем просто углы. Так, вот эти два напротив друг друга. У меня и эти два напротив друг друга тоже. М, Р2, О2, Р2, О2, Р2. Опустили. И вот эти два противоположных. Кстати, я сейчас эту формулу прокрутил, по-моему, даже не посмотрел вот на блокирующий угол. Видимо, не очень он тут и важен. Ну, если мы будем думать, где важен, где не важен, мы в конце концов про него будем забывать. Лучше за правило взять, чтобы за ним следить. М, Р2, У2, Р2, У2, Р2. Спасибо за внимание. Всем удачных сборок. Всем пока.